Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о приставке Mi Box S. Недавно она пришла с Китая. На распаковке я вам ее показывал. Ну, сейчас посмотрим, на что она способна, как ведет себя в играх, в IPTV, ну и так далее. Сразу мы зайдем в меню настройки. Вот настройки мы подключились к интернету, к аккаунту. Здесь в этом меню есть это какие установленные приложения. Вот я установил это, дети установили несколько игр. Вот Google Play, мини-радио плеер, MX Player для просмотра видео. Так, просто TV это для просмотра интернета. Вот тоже посмотрим, как он себя ведет. SPB TV. Здесь можно смотреть фильмы, сериалы, YouTube, ну и так далее. Начнем с настройки устройства. Вот первый раздел, это об устройстве. Сейчас посмотрим, есть ли обновление. Так, проверка обновлений. Обновлений нет. Значит, у нас стоит уже нормальная версия. Название устройства Mi Box 4. Ну, Mi Box 4 это в основном для китайского рынка. А для нашего рынка, это для глобального, международного. Для международного рынка называется Mi Box S, это глобальная. Так, вот, версия Android стоит 9. Последние обновления были 5 ноября 2019 года, это обновление системы. Так. Ну, есть много разных языков, русский, украинская мова есть, ну, и другие иностранные. Настройка экрана. Вот в этом разделе можно настроить разрешение экрана. Ну, я ставлю в 1080p 60 Гц. Но есть и 4К поддерживает, и вот разные. Вот видите, под разные телевизоры. Какие у вас телевизор, выбираете себе и настраиваете. Так, дальше у нас есть настройки звука. Вот еще одна очень важная настройка, это хранилище. Можно установить USB накопитель и использовать его как внутренний накопитель, и тогда на USB будут устанавливаться всякие игры и другие мощные приложения. Так что, ну, очень хорошо и полезно устанавливать USB накопитель как внутреннюю память. Вот настройка главного экрана. Здесь можно настроить каналы, которые будут при включении. Вот. Также Google Ассистент, технология Chromecast. Это с телефона можно передавать видео с YouTube, можно фотографии смотреть на экране. Очень полезная, хорошая, ну, функция. Функция есть заставка. Это заставка экрана. Вот когда 15 минут бездействия приставки, вот такая ставится фотография. Там они иногда меняются. Вот пишется время. Ну, очень красиво. Так, местоположение, ну и другие функции. Вот так. Можно настроить пульт. Вот это подключенный вот такой пульт. Вот. Но можно подключить джойстик. Это очень удобный для игр. Ну, вот, например, здесь очень хороший голосовой поиск. Например, нажимаем кнопку вот эту. Вот это. Голосовой ассистент. И говорим, например, YouTube. И разные результаты. Вот можно смотреть всякие видео с YouTube. Ну вот, сейчас мы посмотрим, как работает приложение. Например, вот это YouTube. Сейчас загружается. У меня скорость интернета маленькая, 5 мегабит в секунду. Но при этой скорости тоже вполне можно все смотреть.
Сейчас мы это и увидим. Вот, например, вот это. Видео включаем. И вот оно сейчас грузится. И идет. Вот видите, идет реклама сразу. Вот. И пошел. Это видео идет. Вот, видим. Ну, сейчас посмотрим еще. Так, вот. Ну, хорошо YouTube работает. Мне, например, нравится. Вот, видим. Все, пошел. Так, посмотрим еще, что здесь. Ну, есть вот такое хорошее приложение. Здесь много разных фильмов можно смотреть, сериалов. Вот, например, нажимаем, выбираем программа. Вот, и можно смотреть разные каналы онлайн. Также фильмы. Вот, ну, сейчас какой-нибудь выберем. Ну, например, вот этот. Посмотрим, как он идет. Нажимаем смотреть. И подтверждаем, что больше 18 лет. Ну. И смотрим. Вот загружается фильм. И тоже идет. Ну, как всегда, сразу реклама. Как же без нее? И вот прошла реклама и пошел сам фильм. Здесь есть режим. Вот, например, перемотки можно перемотать дальше, вот с этого момента смотреть. Вот, и идет фильм. Вот. Так что можно смотреть. Раздел фильмы есть. Вот, раздел сериалы. Тоже очень много сериалов. Вот, они разделены, вот, например, детективы, китайские, мультсериалы, исторические тоже. Так, следующее приложение, это просто ТВ, здесь настроено IPTV, тоже очень хорошие. Я поставил IPTV от провайдера просто ТВ. Ну, сейчас тоже идут многие. Много каналов здесь, и украинские, все украинские мультфильмы. Тоже. Вот этот канал идет. Так, ну еще в этой приставке сейчас есть много игр. Она очень хорошо идет, хоть и ну, не очень она сильная и мощная. Но игры идут хорошо, вот посмотрим. Ну, для игр, конечно, лучше подключать по Bluetooth джойстик. Ну и вполне и вот этим пультом можно играть, управлять сейчас. Некоторые игры работают. Вот, например, как эта игра. Детям очень нравится. Вот, и можно. Я, конечно, такой игрок. Но сейчас попробуем. Так, ну что мы выберем? Например. Вот это красная планета. Сейчас проведем. Выбираем вот такую машинку. Так. Вот и начинается гонка. Поехали. Говорю, неопытный, конечно, игрок. Но. Такие камни.
Марс или что это? Как бы на Марсе, да. Вот. Кстати, если подключить два джойстика, в эту игру можно играть и вдвоем. Я думаю, для детей будет очень интересно так посоревноваться, поездить. Вот так. Какой-то турборежим. Так что советую эту приставочку, очень хорошая, прямоленком интернете, хорошо и видео идет, все, ну, вот. Очень хорошая. Мы очень довольны этой приставкой, так что советую всем, заказывайте. На Алиэкспресс она вообще стоит, можно сказать, если у нас где-то 1600 гривен, на Алиэкспресс можно за 1200, за 1000 подобрать хороший вариант. Так что советую. Так что вот такой маленький обзорчик у меня получился на эту приставочку. Показал меню. Спасибо за просмотр. Всем пока.